Фантазия ландшафтных дизайнеров не знает границ. Из цветов они могут создать и макет вокзала, и улицы Старозагора, даже палитру красок, которую забыл художник. Все эти удивительные клумбы созданы для фестиваля цветов, праздника, на который уже 12-й год собираются тысячи самарцев. Мы пришли просто отдохнуть со всей семьей, потому что в рабочее время как-то не получается. А здесь прекрасные композиции, и можно что-то купить. Дети повеселились. Обошли не всю выставку, здесь только половина. Скорее всего, еще придем. Очень много всего. Программа насыщенная, все здорово, цветы потрясающие. Праздник для горожан, профессиональный конкурс для ландшафтных дизайнеров. В этом году тема «Цветущий город». На суд жюри представили 11 композиций. Победителем стал «Зеленхоз», который представил сразу несколько клумб с оригинальным оформлением. А вот эта композиция, тоже призер, называется «Немного изящества». Светофор на березе – символ города, в который прорастает природа. Чтобы сфотографироваться в этой белой беседке, выстраивается очередь. Секрет популярности, признаются дизайнеры, в правильно выбранном месте. Выбирали место по дереву. Очень понравилось. Решили его маленько окультурить. Дерево постригли. Сделали зимой большой бонсай, который, в принципе, достаточно серьезно привлекает людей. Люди обращают внимание на это дерево. Настроение этой цветочной феерии еще в самом начале задает костюмированное шествие. Открывает фестиваль глава города Олег Фурсов. Он же был инициатором программы «Цветущая Самара», благодаря которой город по-настоящему расцвел. Я с удовлетворением хочу сказать, что очень много горожан и предприятий откликнулись на наш призыв. Только количество цветников в этом году было увеличено на 25%, и 1,5 миллиона цветов было высажено. Я хочу, чтобы эта программа не заканчивалась, чтобы мы с вами продолжали и набирали темпы в этом году, в следующем, и так все время, чтобы наш город цвел. Только по примерным подсчетам на фестиваль цветов пришли больше 20 тысяч гостей, появились участники из других городов, а значит, фестиваль растет. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События».